Сегодня утром радиолюбителями было перехвачено сообщение из Ливонии с просьбой о помощи. В нем говорится следующее: «Прошу вас, помогите, кто-нибудь. У меня случилась ужасная трагедия, а именно пропала машина на Ливонии, мой любимчик, вороной Гюнтер с лутом. Вокруг ходят одни зомби, блюют и рыгают, пытаясь меня сожрать. Я еле успел забежать в больницу. Удалось в ней забаррикадировался. О, ужас! Вокруг несет падалью, трупы ходят вокруг. Они окружили больницу, в которой я закрылся и держу оборону. Пытаюсь отстреливаться, но патроны, провизия и вода на исходе. Держусь из последних сил. Если кто меня слышит, прошу, помогите. СОС. Если вдруг мне не удастся выбраться из этой передряги, то завещаю свою палатку с водкой, коноплей и кальяном своим друзьям Кавказу, Сплэшу и Садстарзу Павлу, пусть поделят все пополам. На данный момент я последний, выживший в Ливонии. Кто-нибудь, прошу, помогите. Время начала боя с зомби 8 часов утра, 2 минуты. Не знаю, сколько еще смогу продержаться. Но могу сказать одно. Живым я им не дамся. Последний патрон я уже отложил для себя. Зомби все сильнее стучат в дверь, и вот-вот ее вынесут. Я не могу больше сдерживать их натиск. Последний глоток водки выпит. У меня осталось только 4 патрона и гнилой помидор. Они идут на штурм. Помогите. СОС. На всякий случай мой позывной Фантом.